помосте спортивного комплекса «Юность» одна за одной меняются команды участницы престижного всероссийского турнира «Звезды аэробики». Ежегодно Омск становится местом проведения этих престижных стартов. 500 спортсменов из 15 регионов России борются за медали соревнований. Программы самые разнообразные. За полторы минуты выступления артистичные аэробисты выкладываются полностью. Требования к ним серьезные. Спортивная аэробика – это вид гимнастики, а как любой вид гимнастики, самое главное – это исполнение. Чистота линии, натянутые колени, носки, ровная осанка, правильное исполнение элементов. То есть исполнение стоит на первом месте. На втором – это артистичность. То есть у нас вид достаточно динамичный, поэтому спортсмен на высокой координации, на выполнении сложных элементов и на такой сложной физической программе должен еще демонстрировать эмоции. Вот, поэтому артистичность, конечно, здесь тоже ведущая оценка. На третьем месте – это сложность. И чем сложнее элементы, тем, естественно, больше требуется выносливости. Иногда увлекаются сложностью, за счет этого страдает исполнение. Поэтому здесь тренеры, конечно, должны выдерживать определенное равновесие. Соревновательная программа обширная. Одиночки, двойки, тройки, группы, выступления разноплановые. Арбитры пристально следят за каждым элементом. Участники, в свою очередь, тянут носки и улыбаются. Упор чаще всего, наверное, на чистоту рук, ног. Нужно рубить ногами, руками, носки, колени, за этим следить, за всем. Полную силу элементы, конечно. Надо сделать чисто, красиво, улыбаться, чтобы не видно было, что тяжело тебе. Спортсмены разные. Кто-то не хочет делить успех и принципиально выступает только соло, самостоятельно отвечая и за каждый промах в выступлении. Но основная масса аэробистов все-таки предпочитают быть в команде. Здесь и поддержат, и настроиться помогут в случае чего. Мелкие погрешности помогут скрыть. В группах выступать меньше, потому что народу больше, все настраиваются вместе. Но в том, что вдруг завалишь, подведешь команду, тут тоже страшно. Но легче, конечно, в групповых. Омские аэробисты выступили успешно. Домашние стены и помост, а также горячая поддержка зрителей добавили уверенности спортсменам. Итог для команды нашего региона – 17 медалей, 9 из которых – высшие пробы. Сезон продолжается, и ближайший старт в ноябре на Кубке России в Томске.